Уважаемые друзья, коллеги, слушаю, что сейчас состоит. Наконец-таки мы переходим к самому главному соревнованию, подведению итогов и награждению участников. От лица организаторов хочу сказать, что в принципе мы старались сделать все от нас зависящее, чтобы соревнования получились интересными, безопасными, чтобы каждый мог реализовать свои возможности. Если что-то получилось не так, то верьте, мы, даже не по нашей вине, мы старались и сделали все от нас зависящее, чтобы каждый мог показать все, на что он способен. К сожалению, погода, да, и прочие условности, они внесли свой вклад, может, кому-то не самый удачный, да, не всем, скажем, погода благоприятствовала, она была разная, кому-то повезло, кто-то попал в небольшое затишье, удачно реализовал свои возможности, кому-то мешали ветер, волна и прочее, но это дело такое. Кому-то везет, кому-то не везет, всегда есть такой элемент, но попытка поставить всех равные условия, по крайней мере, с нашей стороны она была. Мы надеемся, что в следующий раз, если кто-то приедет из наших гостей или наших постоянных участников, то в следующий раз погода нам повезет больше, вода будет теплее, а ветер будет слабее. Ну что, переходим тогда к самой приятной части, к представлению и награждению. Значит, наши соревнования, да, глубина 2016, открытый чемпионат Крыма и Севастополя состоялся благодаря многим людям, да, организаторы. Вячеслав Кулешов, Залетаев Дмитрий, магазин Клуб Экстрим, многие-многие люди, да, в том числе люди, которые помогали непосредственно своими материальными там, и финансовыми возможностями, спонсоры и так далее. Среди них вот Олег Николаев, бизнесмен и представитель партии «Рост» в городе Севастополь, магазин «Клуб Экстрим» — это Геннадий Приходько, Сергей Матафонов и магазин «Дискус», но, к сожалению, сейчас не присутствует. Большую помощь помогает нам всегда ДСА в проведении наших мероприятий, его представитель Гонсалес Геннадий. И сейчас слово для закрытия соревнований и приветствия участников я хочу передать студенту Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя Геннадию Приходько. Конечно же, хочется поздравить, успешно завершились соревнования, неважно, какие у кого результаты, конечно, все стремились к этой советской, в хорошем смысле этого слова, девизу, быстрее, выше, сильнее. И мне бы хотелось, чтобы это быстрее, выше, сильнее всегда было как бы на щите у нас у каждого. Молодые люди здесь, и постарше ребята. Очень приятно, что как-то так вот получилось, ну, с погодой, может быть, нет. Ну, Дмитрий упомянул, что все-таки равные условия. Для всех нам, проходившие, все мы, наверное, следим за соревнованиями под названием «Глубина» здесь у наших военных, замечательно наши выступили, всех победили. И вот как-то наши соревнования, вот эти, они, мне так кажется, какой-то вот такая какая-то параллель, ну или так скажем, ну, мы вместе, армейские, 16-го года. Тоже вот хочется поздравить и с нашими победами там, и с нашими здесь. Но приятно было слышать, например, от судей, видеть новые лица, которые появились сейчас здесь. От судей то, что все-таки те недочеты, то, что это дело начинали, все ребята здесь присутствуют. Мы все-таки как-то чему-то учимся, и вроде бы получается. Еще раз поздравляю вас и спасибо. Извините за погоду, которая не очень вас порадовала. Ну, в общем, мы старались, мы с этим немножко не справились. Еще раз поздравляю. Один из организаторов наших соревнований, как представитель ДСА, к сожалению, представитель не смог приехать, но вот есть его заместитель Гонсалес Геннадий Федорович. Спасибо большое. Уважаемые участники, организаторы, позвольте поблагодарить вас за то, что вы приехали в Севастополь, приняли участие в соревнованиях, в третьих соревнованиях. ДСА всегда поддерживала и будет поддерживать вас в ваших начинаниях. Есть такое пожелание расширить географию участников, чтобы побольше было у нас участников. А мы со своей стороны поддержим вас и сделаем все, чтобы вы чувствовали себя как дома на гостеприимной земле Севастополя. Еще раз спасибо вам, друзья. Значит, соревнования бы не состоялись, если бы не помощь людей, которые поддержали нас, не первый раз поддерживают. Благодаря им мы соревнования проводили, ездили в Ростов на соревнования. Это хочу вам представить
один из бизнесменов города Севастополя, Мухаммад Олег Николаевич, представитель партии «Рост» в городе Севастополь. Он тоже пришел сказать на этот вопрос. Дайвинг – это спорт смелых и спокойных людей. Я сам ныряю, у меня 20 метров кондерспрома. Я надеюсь, что в следующем году соревнования соберут больше людей, чем сейчас. Ну и результат, который сегодня, 61 метр, это такой серьезный результат, который радует. Мне Дмитрий подсказал, что это вот эта гора, которая за нами, поэтому спасибо вам всем, ребята. И я надеюсь, что Балаклава превратится в какой-то прям настоящий центр фридайвинга. Спасибо вам очень. Спасибо. Ну, тогда мы заканчиваем вступительную часть и переходим уже непосредственно к процедуре награждения. У нас соревнования проходили 2 дня, но у спортсменов была возможность выбрать среди 3 дисциплин. И мы начнем самой престижной. Ну, короче, в общем, Слава меня поправляет, он хочет начать с очень уникальных подарков, с рыбы. И их он будет сейчас, я дам ему слово, и он скажет, кого мы будем награждать рыбой. Значит, холодильники, надеюсь, с собой все взяли, потому что рыбу надо принести. Значит, в нашем городе живет человек, который занимается подводной охотой, а также он занимается керамикой. Вот. И он предоставил нам уникальные призы, вот, которые мы решили подарить 2 людям. Значит, за самые выдающиеся результаты человека зовут Бескаравайный. Сергей Бескаравайный. Вот. Значит, эти призы вручаются за 2 самых выдающихся результата на этих соревнованиях. Значит, первое рыба вручается Артюху Андрею за результат 61 метр. Вот. Такая вот претенция. Держи крепче. Покажи. А вторая рыба включается Ольге Пономаревой. За результат 36 метр. Слава потом расскажет, чем их кормить. Ну все, тогда переходим. У нас 3 дисциплины были. Значит, начнем с тех, которые самые неглубокие, но тем не менее считается одной из самых престижных. Это ныряние в глубину без ласт, так называемое ныряние брасом или цинеем. Начнем с девушек. Значит, 2-е место в дисциплине ныряние в глубину без ласт заняла Дьякова Юлия. Глубина какая? 1-е место в этой дисциплине Севастьянова Анна. У нас свидетельство. Вау! Приз, это подарок. Назовите сумму. Это по личной договоренности только. Среди мужчин. 3-е место. Мирошников Борис, Новосибирск. Вячеслав Кулешов. Не уходи. И 1-е место Артюк Андрей Евпатория. Андрей.
Да, ну, все здесь вместе все, вас фотографируют на память. Не видно. Там мы немножко. Надо успевать выбираться. Вторая дисциплина. Деяния Патроса. Три мёрши. Среди женщин третье место заняла Севастьянова Анна, город Севастополь. Второе место Михайлова Елена, город Москва. Вот так долго. Первое место Пономарева Ольга, город Новосибирск. Район, кстати, красиво. Вот она память. Небольшая заминка, я думал, что у меня дежавю. Мирошников Борис, город Новосибирск. Вы поймете почему. Три мёрши, Леония Патроса. Сначала девочка, потом девочка. У меня просто фамилии те же. В том же порядке. Я думал, что я читаю даже сам. Кулешов Вячеслав, город Севастополь. Первое место Артюк Андрей Евпатория. Я говорю, что выращивает листок, можно не угодить. Еще раз поздравляю вас. Район. Артюк Андрей в этой дисциплине нырнул глубже всех, 61 метр. Рекорд наших соревнований. Рекорд Крыма, но еще не точно тут не было. И последняя дисциплина ныряния в глубину в ластах с постоянным весом. У женщин второе место заняла Михайлова Елена, город Москва. Летит. Все, давай подержу. Да, я сама. Спасибо. Первое место Пономарева Ольга, город Новосибирск. А это у нас был рекорд среди женщин на этих соревнованиях. 36 метров. Среди мужчин в дисциплине постоянный вес ласта. Третье место занял Никитин Сергей, город Севастополь. Место Олег Кузьмин. 40. Первое место Софиев Сергей, город Новосибирск.
ответит, не улыбается. Все, спасибо, спасибо. Уважаемые коллеги, не все, конечно, заняли первые, вторые и прочие призовые золотые места, но, тем не менее, все участвовали, все старались, и мы хотим отметить результат каждого. И сейчас я буду назвать, вы быстренько выходите, я вам буду выдавать свидетельство участника соревнований, где мы хотели отметить ваши результаты на память, чтобы у каждого было о чем вспомнить про нас хорошим и добрым словом. Владик Олег. Спасибо за пароходик. Денисенко Денис. Да. Не выступает. Молодец. И уже так глубоко ныряет. Олег и Михаил. На память дела. Гаврильченко Виктор. Первый раз без красной карточки. Представитель Ростова. Город да. Ростов. Чернодаров Евгений. Город Новосибирск. И Васильевич Григорий. На память. Идем еще. Я хочу еще раз отметить тех, кто принимал участие в подготовке и проведении соревнований. Им на память у нас тоже есть грамоты. Благодарность. Олегу Николаеву за помощь в проведении соревнований. Открытый чемпионат Крыма по фридайвингу 2016. Спасибо. Спасибо. На память, чтобы солнце не пекло спину. Магазину клубу «Экстрим» и его коллективу. Геннадий Анатольевич, вы как представитель, хотите наши поздравления? Ольге отдельно. Да, и Оле отдельно. Спасибо большое. Спасибо. Матафонову Сергею за помощь в проведении соревнований отлично отдадим. Воробейчику Денису. Да, Денис очень нам здорово помог, он был участником команды обеспечения. Вячеслав, ему передав. Денис стал вчера обладателем велосипеда кататься. Маричеву Дмитрию. Димочка! Бессмертный! Бессмертный! Спасатель всех! Спасатель со стажем. Спасибо всем за мало работы. Черному Александру. На помощь судей. Да. Это наша совесть и голос соревнований. Владику Олегу за помощь в проведении соревнований. Да. Он так перечислен. На нем вы катались. Еще, кстати, есть отдельные призы, которые достаточно интересные. Сейчас я буду вызывать людей, они будут их дарить. Владик Олег. Хотел отметить нескольких участников. Мы хотим подарить... Владик Олег, он представитель комнаты... Бесткомнатной атмосферы. Я не знаю, что это, но это очень интересно. Бесткомнатная атмосфера вручает подарочный сертификат нашим гостям и тем, кто добился хороших результатов. Тоже. Это у нас теперь глубинный мэн, сказал. Человек глубина. Спасибо. Представителям солнечной столицы. Спасибо. Далее.
У нас есть еще один приз от людей интеллектуальной профессии. Где она? Оля. Оля. Здравствуйте всем, меня зовут Ольга. Я работаю в компании по созданию сайтов. Но прежде всего я фридайвер начинающий. В этих соревнованиях я не участвовала. Потому что вверх головой как-то не очень, не очень удобно погружаться. Поэтому, когда научусь вниз головой, тогда буду обязательно участвовать. Приз дарится по розыгрышу участникам, которые заняли первые места. Сейчас будет происходить розыгрыш. Вытащите цифры от 1 до 6, 6 первых мест, правильно? Кто занял первые места, пожалуйста, называйте себя, я буду подходить и давать решение. Ну, слушай, придут все. Все, все выйдут, все выйдут сюда. Хорошо, все, кто занял первые места. Да, может быть, не 6 человек, меньше. Я меньше, потому что 2. Нет. Хорошо, что нет, два шанса. Лучше я могу, да, ну, ты сюда разворачивайся, они четверо. Все, четверо. Было 6 человек. Нет, потому что каждый первый. Им по две давайте бирки. Да, по две. По две бирки. Два раза выходит Артюк. Два раза выходит Пономарёва. Артюк, две бирки. Ага. И Пономарёва две, да. Нет, бирки будет всего 4 в любом случае по количеству участников. А, или первые места. Они два первых, как же. Да. У них больные шансы. Так, ну все, вы просто вытягиваете циферки. Перемешиваете. Призовое место дается третьему. Тут кто вытянет цифру 3. 1, 3. Нет, да. 1. 1. 2 воды. Все честно. Ольга Пономарёва. И Ольге вручается подарочный сертификат на создание, ну, не знаю, личного или как она пожелает, сайта визитки. Спасибо. Перед закрытием мы бы хотели предоставить слово нашим гостям, которые в первый раз посещают наши соревнования, представителю команды города Новосибирск, клубу на глубине Стафееву Сергею. Критика приветствуется. Нам очень приятно было сюда приехать, мы не знали, какие будут условия, какой будет прием. Ехали, можно сказать, вслепую. Все очень понравилось в плане организации. Условия на море, можно сказать, боевые. Нам, ну, где-то это помогло, где-то наоборот откинуло назад. Но это открытая вода, и в принципе мы нормально это воспринимаем. Кому-то повезло, кому-то нет. Я хотел сказать огромное спасибо организаторам. Благодаря вот таким соревнованиям, то есть у нас есть возможность куда-то выезжать, как-то развиваться. И сейчас, естественно, что мы тоже записали эти соревнования в свой план. Ждите нас в следующем году. Огромное спасибо. Ура! Я хочу сказать, на самом деле, да, большое спасибо, что вы приехали из такого далекого города, как Новосибирск. Это, считай, полстраны отмахали. Не шутка. Большое спасибо, потому что, на самом деле, если не будут приезжать новые люди и гости, да, то мы тут в своем муравейнике замкнемся. Не будет интереса, все друг друга знают, кто сюда ныряет. А так здоровая интрига и спортивный такой азарт, он благодаря вам поприсутствует. Мы вас не знали, все такие, приедут люди, надо там. Спасибо, ребята, что вы приехали. Муравейник теперь наш, вам большое. Ha ha ha.